have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Привет, привет. Доброго времени. Через 2 секунды, извини, что перебил, доброго времени. Через 2 секунды. Доброго, доброго. Мы попадем в темпу, мешая друг другу и перебивая друг друга, конечно же. Плей нажать надо, точно, точно. Чёртовы листья. Процентов 60. С двух. Да, с двух. Надо было 64-65%. Блин, просто обидно. Это был ваншотовый шарик. Что-то у меня страшно. С интернетом беда происходит. Сейчас. Что такое? Все нормально. А это вырезать надо. Ой, вырезать. Это слаг перебей. Ну нет, ну первый раунд-то мы уже сыграли. Так. Вау. Я здесь? Да, ты здесь. А вы на следующем флаге? Мы на втором. Please check your internet connection and try again. У нас проблемы со слагом. Но show must go on, как бы. Пытаемся. Так, этот я тоже с двух. Так, может, там Sigma мне на замену придет? Рискни. Нет. У нас тут лейтенант 007 пытается забить. Ну-ка. Геометрию пишет. Как? Уроки засосали нашего товарища. Помогите. Зайдите в Дискорд и вытащите его. Можно с одной забить, невозможно. Можно, серьезно. Опять же, я чуть-чуть не добил там. С кустами такая штука, что там нужно рассчитать. И. Тут с одной забить вообще больше. Не проблема. Два раза больше надо в кустах. Не в два раза. Нужно еще рассчитывать, сколько времени твой шарик проведет в кустах. То есть, видишь, с двух. Восьмое место, ёпарасота. Все хорошо играют, и я на восьмом месте. Так, где лунка? На каком прыгать? Давай на 62. Я ровно на 62 прыгнул, до того, как ты это сказал. Это оказалось непобедным числом. Нет, нифига, это победное число. Я бы с первой попытки закинул, если бы я изначально 58 поставил. Да, с трех, к сожалению. 62 я идеально закинул сразу. Игл. Возможно, еще и угол решает, потому что я чуть-чуть с углом поднакосячил. Блин, тут такое музло стало прикольным. Да. Это только на этой карте. Ой, второе место. Хвастается. Кто-то попробует на 100. Чё, на 100 нет? На 100 нет. Да, нет, на 100 нет. Это правда. Два. Ну что, на 100 при правильном выставлении угла ты залетаешь за двери. Я не знаю, у меня... Я как будто сейчас об воздух споткнулся. Да что это за дичь такая? Ну все, я просрал первое место. Ха! Поздравляю. Я до конца игры просрал. Я просто об воздух бьюсь. Может, такое ощущение. Да вот, возможно. Просто там дверь открывается-закрывается. Да тут не то, что об воздух. О, привет. Короче, плитки. Не, плитки-то я вижу. Я вроде через дверь пролетать должен. Должен, да. Все, я теперь не на первом месте, не на втором, я на десятом. Странно. Вот это та лунка, которая может помочь мне вырваться. Тут много людей накосячили. Мне просто сейчас важно, сколько забили с одного-двух раз. Лак. Да тут все... Лейтенант, блин, был так близок. Лейтенант 007. Просто был возле лунки и максимально сильно ударил по шарику. Третье место есть. Я же был на первом. Я еще лучший результат. Есть люди с трех позабивают. Ого. Тут шарики побольше, кстати. Да, не то, что мы. Мы поменьше. Нет. Так, на каком прыгать? На блин, ну тут почему? На каком прыгать?
Боже, ну почему? А, так близко. Макбук. Да ну конечно, ну это вообще ужас какой-то. Не, все, я даже в топ-10 сейчас даже не буду. Ну все. Не, ну это просто на катка там. Ну не катка, лунка. Потому что прям вот отвратительно. Погоди, я один, который с трех забил? Да. Ха-ха-ха. Ну повезло. Повезло, повезло. Ладно, я хотя бы в топ-10 еще остался. Что делает этот Кико? Так что, можно что ли? Как? Ты посмотри, что делает Кико. Блин, люди с трех забивают, вы че, вы офигели? Кико хочет в другую лунку попасть. Да на здоровье ему. Может он не понимает, что лунка здесь. Так будет легче в ту лунку забить. Смотри, смотри, если он забьет. Он не забьет. Может быть, то, да, что забей. Он забьет. Так, какая следующая лунка? О, Daily Reward. Я все еще на третьем месте, но, блин, с шести, Карл, это много. Так, дай-ка посмотрю, как все прыгают. На 70. Да, на 70. Ну, кринж, конечно, я мимо лунки пролетел. А я на 2 забил. Пошел ты к черту. Ну да, ну ты посмотри, это... Вот да. Жда. Есть люди, там которые... Там что, липкая кромка, что ли? Есть люди... Это, у которых это смогли сделать за 2 попытки. Например, так, Коп. Да, за 2 это реально, но... Ну да, ну надо руки прямые. Ну все, меня выбили с 3-го места. Нет, ты на 2-м. Ну, сейчас эти еще же результаты не огласили. Выбили. Для Сико и для Майка, они сейчас... Ну, хотя посмотрим. Ну, тебя, конечно, выбили. Но ты просто теперь на 2-м. А можно как-то кикать людей? А как можно бить людей через интернет, да? Я просто очень Кика хочу убить. Ну, блин, челу как бы больше 70 лет, походу. Кикаем Кико. О, я на 5-м месте. Ух ты. Если я забью сейчас с одного раза, то я буду... Да нет, тут нереально забить с первого раза. Да, тут, вот тут нереально, тут да, тут не поспоришь. Ах ты... Нет, зачем ты меня сдул, тварь? Эта тварь дует на меня. Блин, просрал первое место, все. Я за 4 прошел. Ну как ты прилип... Ты видишь это? Да. Как он прилипает на краю? Это уже второй раз случается. Ух, блин, бомбиссимо прямо. Ну серьезно, там же должно быть как-то... Ну, Это было мое первое место, не его. Обойдешься. Это твое первое место, да не может такого быть. Сидишь со мной, не в топе. Ты еще выше, я понял. Оф-топчик. Ну не по росту в реальной жизни. Офигеть. 4 это оказалось еще и неплохим результатом для этой карты. Да, это офигеть. Вы видели One Piece фана? Нет. Никак не может дойти до конца сериала. Ну за почему тут люди, некоторые аутисты прям конкретно? Ну не умеют люди играть, что ты хочешь? Мне не водят Ауди. Это аудист, это немножко другая категория. Ой, на 3-м месте. На 2-м. Что? Да... На 3-м. Чё? Вы... О, шариком можно раз... Ох ты ж, да, серьезно? И как я должен это победить? Вау, вот это я, конечно, чуть-чуть ошибся. С одного еще и самый первый, офигеть. Слушай, да. Как ты выйдешь из этой ситуации? Кнопочка R. Это чё? Что? Посмотри на Слага. Keep rolling. А, я не могу, кстати, ходить. Ну, сочувствую. Да ну второй ты раз, чтоб тебя! Слушай, по-моему, какой-то нечестный карта. Очень даже, да, согласен, просто.
Просто как ты должен вот так вот? Я два раза был близок, блин, ладно, с третьего. Это обидно, что с третьего, потому что два раза я был настолько близок. Он с первого, со второго, конечно, люди просто гении. Я не хочу в это играть. Ты катапультируешься? Он еще вышел, Рейшквит. У тебя у самого такое случалось, чувак, эта игра тебя самого часто доводит. Это он нуб такой, сегодня такого ни разу не произошло. С тобой постоянно такое происходит, киченес, блин. Сегодня. А, сегодня. А, что это за карта такая? Что там, можно с одного? Так, на сотку. Офигеть, я с двух. Короче, на сотку пытаешься в угол попасть. Я знаю, я тоже с двух. Альбатросиком. Эй, чё это кто-то резко стал на втором месте? На-ка. Да, все. Второе место мое. Твое почетное второе место, хорошо. Ты посмотри на этого Хтора. Ну-ка. А, Хтор. Как Хтор, только Хтор. Майк не умеет играть. По-моему, Майк не пытается играть. Майк пытается проиграть. Опа. Давай. Нет, даже Майк справился, не надо. Не гони на Майка. У меня сгорело. Игра вот тяжелая. Игра тяжелая, согласен, но типа. О, бедный Гурс. Духовно ты еще с нами? Угу. Гурс попал на другую лунку. Игра просто немножко как бы нечестная, в принципе. Мне нравится, как здесь физика работает. Почему да. Мы сюда возвращаемся раз за разом? Мне нравится, как... А где лунка-то? Это как в симуляторе козла. А где... Реально, где лунка? Куда? Где лунка? Где лунка? Где моя лунка, чувак? А-а-а! Надо вниз прыгнуть, и там пол проломится. Трех. Как? С двух! Знать бы, что пол проломится. Блин, ну что, музло здесь в этой части, на этой карте, оно офигенно, мне нравится. Советуйте, когда закончите, я не хочу этого играть. Без проблем, держи свои нервы в порядке, они того не стоят, спасибо, что пришел. И тут он начинает играть в колду. Да, не знаю, очень многие игры по сравнению с этой, это просто релаксирующие прогулочки такие, знаешь, там, в орех пойти сыграть, да, пожалуйста. Два сквада убить в соло, да, пожалуйста. О, так, Майк забил с двух раз, красавчик. Скоро буду на первом месте. Да. Зря я на сотку. С одного никто не сможет. Три. Так, лава это ускоритель, да? Да, да. Три. Три, и когда я бил второй раз, я прям вот над луночкой прокатился. Это, блин, вполне могло быть два. Эх, обидно. Да нельзя тут два. Да вон, чувак забил, Сангамер забил с два. То есть я видел, что я пролетаю мимо, и мне чуть-чуть не повезло, чтобы за два забить. Чертов Гомер, пончиков своих объелся и выигрывает. Он сын Гомера. Он этот, Бартоломью. Бартоломео. Твоя шоколадка. Твоя шоколадка 2. Если быть точным. И тут такая твоя шоколадка 1. Давай, давай шоколадка. Да. Молодец. Шоколадка, мы рады за тебя, красавчик. Или красотка. Так, ты должен быть с разницы 3. Ой. О, какой кайф. Ты на сколько прыгнул?
80. Могло бы быть 2. Блин. Я, во-первых, на шипах один раз сгорел очень глупо. Во-вторых, когда я перепрыгнул на правильной цифре, я прилетел и приземлился возле чертовой лунки. То же самое. Главное то, что в лаву не улетел, как этот чувак. Пол лава. Нет, тут все с трех или больше. Невозможно тут с двух или одной. Нет, если учитывать шипы, я просто шипы не учел. Я посчитал, думал, что учел их, но, короче, ладно. У нас с тобой на один поинт меньше разрыва, это фигово. Вот от тебя убегать, а ты еще и догоняешь. Ну, ты никуда не сможешь убежать. Стой на месте. Давай, One Piece Fun. Давай, One Piece вентилятор, ты сможешь? Есть! В последнюю секунду. Вот это накал страстей. Молодец, вентилятор. Он с 10 зафигарил, но получилось найс, если вы понимаете, о чем я. Так. Сотка. Офигеть! Я это видел. Какая нафиг сотка? Острич? Что означает острич? А, острич это за 9 секунд. Офигеть! Меньше часа. А как я должен вот это вот бить сейчас? Вау. Ясно, меньше надо. Альбатрос. Чувак. А ну стоять! Я мог с одной. Если бы я с одной сейчас это забил, это было бы так красиво. О, там лава поднимается. Ты что, уже забил? Да, но я с 4. Вот если бы я забил сейчас с одной. Если бы до кабы, да во рту росли грибы. Давай, прыгай, босс. Зря на последнюю секунду. Да, это печально. Так, через 7 лунок будет первое место мое. Так, хорошо, хорошо. На сотку? Нет, на 80. Блин, эта стенка поднялась. Неудачно. Как же близко я был к победе. С 5. А ты... С 6. Ах, да. Ты мелкий. Это первое место мое. Потому что первый удар у меня был неудачный. У меня всегда так. Первый удар неудачный, необдуманный. Потом я понимаю, вижу карту. Кстати, если что, мы играем на этой карте оба в первый раз. Мы тут еще раньше не были. Поэтому очень часто приходится первый удар тратить просто для того, чтобы разведать, куда полетит мяч и что дальше делать. На старых картах, конечно, такое не случается. Но чувствую вот как... майку. Чувствуешь майку? Блин, Майк вообще лох какой-то. Да ладно, Майк закидывал хорошие мячики, кстати, раз уж на то пошло. Пару раз он сыграл лучше нас. Это он... только пару. Слушай, а Коинг Мэри что-то поднимается. Боишься? У нас разница 20 поинтов. А, значит, не боишься. 20... Просто то, что он на третьем месте, неприятно. Щекочет тебя. С этой пропасти щекочет, конечно же. А-а-а! Это была бы такая красивая лунка. Такой красивый мув. Так, стой, стой, стой! Нет! 4! Нет! Фух! Меня чуть кулак не столкнул. Я с 8 буду. Даже с 9. А как ты попал к кулаку? Нет! Есть! Вот это хороший разрыв. У нас осталось 3 раунда и разрыв в 4 очка.
Но я знаю, какие здесь тяжелые последние лунки, то вот я насчет этого переживаю на самом деле. Потому что на последней лунке я вполне могу слить полностью или забить там с 15 или с 20. И это будет фиалка. Это будет фиалка, братан. И выиграю. Нет. Осталось три лунки, чувак. Никакого выигрыша. Я буду использовать скин через чрезвычайно большого мячика, чтобы я смог попасть в лунку побольше. Знаешь, там, размеры. Знаю. Там люди мучаются. Короче, 4 у меня и 4 у вентилятора. А тут как? Нифига себе. Да ну блин, этот торнадо мне мешает. Я не могу что-то сделать из-за торнадо. Дичь это. Насчет дичи согласен. Просто 5 впустую из-за торнадо. За эту ачивку должны давать. Я за карту улетел. Хорошо, и как я должен это перелететь, этот чертов торнадо? Хватит! Перестань! С 6! Есть люди с 2! Чувак, с 2 забил! С 2, понимаешь? Это торнадо, я его ненавижу, все. Не-не-не-не-не-не-не! Торнадо дает тебе ускорение, если ты даешь правильную скорость, он тебе дает правильное ускорение. Я один раз просто улетел в серединку. Ой, ты не забил! Какой, спасибо, чувак. Все, теперь первое место мне гарантировано. А где лунг-то? На стрелочке. Где? Ну что, на торнадо? Нет! Нет! Только не торнадо! За что? Я не хочу! Он мне оба-бо делает, больно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть. 80 надо. Да! Нет. 7. 7, кстати, тоже еще неплохой результат, потому что вон люди 6-6, у тебя 6, у Мэри 6. Кто-то с 11. С 11, да. Ну, короче, 6. Угу. Ну, на самом деле, тогда 7 это не самый плохой результат. Бедный Майк. Так, последний раунд. Собрались. Нельзя просрать. Пожалуйста. Так. Мне придется выиграть. За тебя. Ой-ой-ой. Кто как? Кто-то уже забил? Да hole in one еще. 2. Ах ты тварь такая. Это чистая победа. У тебя второе место успокоительное, у меня чистая победа. Это первое место заслуженное. Я сыграл явно круче тебя. Ладно, шучу, ты тоже хорошо сыграл, просто мне повезло больше. Если бы я на 16 забил, то все, я бы был звездец. И пофигу на сколько, я бы все равно выиграл. Смотри. На 16-м... У тебя, я не знаю, если бы на 16-м у нас было свое преимущество, это раздел в один поинт. Потом на 17-м ты сделал еще один поинт, то есть ты меня пережал бы сейчас на 2 поинта. Если бы на 16-м, тебе на 16-м надо было очень хорошо сыграть, иначе, ну, кто знал. Ладно, короче, ребятушки, тогда на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.